Всем привет, вы на канале Twin Kid Time. Мы продолжаем проходить американскую Аркадию. Я только что закончила музей кошек, и, честно говоря, у меня до сих пор послевкусие, поэтому я немножко чуть-чуть эмоциональная сейчас, если вдруг что. Ну, если вдруг что, я не знаю. Буду с тобой откровенно, рейтинги постепенно падают, пока ситуация не критичная, но нам нужно сокращать расходы. Каждому гражданину Аркадии прикреплены техники и супервайзер, плюс круглосуточная съемка. Иными словами, это куча денег. И непопулярные граждане против тебя и Гаса просто невыгодны. Это мы понимаем. И чё? Объясните мне, что вы делаете. А я запись включила? Да. Хорошо. Так что, нужно убрать вас из шоу. Но убрать не в том смысле, о котором ты думаешь. Понимаешь ли, Аркадия Эдж не грант на путешествие, скорее программа на релокации. Эдж — это наш новый коттеджный поселок на краю купола Аркадии. И именно там Гас сейчас живет. Грант на путешествие нам пришлось придумать, чтобы спокойно переселять людей, не вызывая лишних вопросов. Туда перейдешь и ты, как только получишь компенсацию за причиненные неудобства. Не знаю, это очень... Но мне никто об этом не рассказывал. Ты сбежал до того, как мы успели хоть что-то объяснить? Я просто... Мне сказали, что я должен сбежать. Конечно, сказали. Слушай, Тревор, купол Аркадии — огромная инфраструктура, которая 24 часа в сутки находится под наблюдением, не говоря уже о множестве мер безопасности. И только я могу отменить все это. Так что единственный способ сбежать из Аркадии — это нажать отказоустойчивую кнопку. В моем пентхаусе на самой вершине шпиля Аркадии, куда есть доступ только у меня. Неважно, что там тебе сказали, отсюда не сбежать, Тревор. Офигенно, спасибо. Это не звучит впечатляюще. Так, значит, я в ловушке. Нет, это же не тюрьма. Мы не можем держать тебя здесь против твоей воли. Но ты же сама сказала, что отсюда не уйти. Нет, я сказала отсюда не сбежать. Уйти можно в любой момент. Как я? Этот звук. Я не могу пошевелиться, когда его слышу. А, ты про джингл корректировки, да. Это как раз-таки одна из мер безопасности, о которых я говорила. Тебе заложена функция опознавания сочетания звуков, которая дает тебе чувство покоя и комфорта. Вы промыли мне мозги? Разумеется, нет, это функция врожденная, как у всех граждан Аркадии последние 30 лет. Что ты мне врешь? Это же откровенная наглая ложь. И ты слышишь эти звуки всю свою жизнь. Что происходит? Короче говоря, мы можем, скажем так, извлечь из тебя этот джингл. Мы отведем тебя в кабину корректировки, и всего через несколько секунд ты будешь свободен. Не-н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 е. Кабина корректировки. Отойдите, я ухожу отсюда, блядь. Это все ложь. Ну да, они такие бежали за мной. Я не знаю, потратили кучу людей, кучу там вот этих дров. Я не хочу к тебе идти. Они такие за мной бежали, столько времени меня преследовали, как последний раз. Замолчи. И они такие, типа, капец, надо его вернуть стопроцентно. И вот это вот у тебя в мозгу штука, которая не дает тебе уйти. Ну, конечно, ты можешь уйти в любой момент. А что вы мне врете? Думаешь, я настолько вот это не понимаю? Ты что? Приехали. Цикавненько. Сейчас они мне вживят тут что-то. Не ври мне. Ага, ну да. Знаешь что? Ну, сначала нужно, чтобы ты согласился на ряд условий. Подписывая это соглашение, ты отказываешься... Стоп.
Вы всерьез думаете, что я буду доверять вам после всего, что вы со мной сделали? Вы только что сказали, что всю свою жизнь я был собакой Павлова, а теперь ждете, что я позволю вам снова ковыряться в моих мозгах? Ни за что. Ни за что, пошли к черту. Понимаю, тебе не просто, Тревор, но я пока что ни разу тебя не обманула, в отличие от тех, кто что-то там тебе наговорил. Ты не торопись, мы подождем. Я знаю, что вы меня слышите. Я даже читать эту дрянь не собираюсь. Я в охрене. И думать забудьте, я не стану этого делать. Слышите меня? Выпустите меня отсюда. Да нет, нифига. Ой, что это? Я это не подпишу. Ни за что. Не подпишет, понятно. Эй, там кто-нибудь есть? Что, так оставите меня гнить здесь? Вы не можете держать меня здесь вечно. Охренеть. Да, видимо, могут, знаешь. Не обращайте внимания, мне надо срочно поправить. В частности, соглашайтесь не обсуждать вмешательство шоу. Даже не знаю, долго ли просидел там, может быть, всего пару часов. Казалось, что целую вечность. После побега я был измотан физически и морально, все тело ныло, я по-прежнему пытался осознать жестокую правду о том, как на самом деле устроена моя жизнь. Так что, все навалилось как-то одновременно. Я решил подписать соглашение и будь что будет. За что? Зачем? А за что? Что такое? Все нормально? Все нормально? Это просто свет так падает, понятно. Все нормально. Реально, не будь глупцом, мне надо, оно тебе не надо. Don't be a fool. Да они ненормальные, они убьют меня. Что это? Что это? Через 2 часа после аварии. Прошло почти 2 часа, я по-прежнему не знаю, где Тревор. Ага, вот мы и вернулись к ней. Смотри-ка, снег. Вот это я понимаю, новогоднее. Не сейчас. Слишком переживаю за Тревора. Посмотрел все каналы нашей телесистемы, нигде не могу его найти. Да нафиг, опускаю жалюзи, они тут нам вообще не надо. Ися, как думаешь, Тали, с Тревором все будет хорошо, да? Ну, честно говоря, не знаю, как Тали думает, а я думаю, что хамбец. Что это? Что это? Что это? Что это? Телефон. Номер 6, наконец-то. Что случилось с Тревором? Где он? Они столкнули его с друг... Включи телевизор. Чего? Нам нужно... Послушай меня, Ковач. Включи телевизор. Где у нее телевизор? Вот. Чье настоящее имя Тревор Кларенс Хиллс? Теперь пытается сбежать из шоу «Американская Аркадия». Он жив. Он жив. Слава богу. Кто это слил? Это мы? Конечно, это мы, Ковач. Они хотели, чтобы Тревор был популярным. Ну что ж, теперь он звезда и в Аркадии, за ее пределами. Но где он сейчас? Если он все еще в Аркадии, можно же как-то его найти? Наверное, для этого нам нужно получить доступ к гексагону. Я могу пробраться туда, оттуда я слежу Тревора, а потом... Думать забудь, Ковач. Гексагон — это не просто очередное здание Уолтон Медиа. Это нервный центр всей Аркадии, значит, там совершенно запредельные меры безопасности. А значит, я это сделаю. С тобой или без тебя, номер 6? Ладно, хорошо. Я буду помогать тебе сначала до конца, поняла? Да. Если что-то пойдет не так, помни. Ты нас не знаешь, ты никогда нас не слышала. Давай вот без этих лекций. Я знала, что, на что подписываюсь, когда пошла в прорыв.
Так вот, пробраться в Гексагон было моей идеей, ну, типа. Типа, я до сих пор не могу понять, это было очень смело или очень глупо. Пожалуй, это и другое. Через 4 часа после аварии метель все сильнее и сильнее, я здесь тубадам. Ты меня слышишь? Ковач, а, это чел говорит. Не считая помех из-за старых наушников, да. Отлично, значит, слушай внимательно. Ты находишься перед запасным входом в Гексагон. Персонал использует для доступа в здание специальную электронную карту. Ты найдешь ее в переулке в металлическом ящике. Окей. Я найду это в металлическом ящике, в переулке. Прикольно, вау, на улице мы еще не... Классно, круто, классно, круто, классно. Классно, круто, классно. Да, я буду ходить тыкаться во все подряд, потому что посмотреть, ну, не зря же разработчики, разработчицы создавали это все правильно. Я, как человек, который немножечко, как бы, изучает 3D, смотрю на эти модельки просто, ну, знаешь, ну, хочется мне вот так вот и все. Не получится, естественно. Так. Где металлические ящики? Я ищу. Роула где? Это же знак шестерки из Аркадии. Там все ваши имена. Ну, видать, там у нас и... Я знаю, скорее всего, ты мне не скажешь, но... Кто ты из них? Лютер, Сид или Антуан? Ты права, я тебе не скажу. Да, так и думала, но не могла не спросить. Как вы умудрились получить эту карту? Немного прикладной социологии, несколько месяцев дешифровки кода и щепотка банального везения. Мы берегли ее для особого случая, но, может, сегодня есть тот случай. Очевидно. Ну, давай. Угу. В Гексагоне есть различные уровни доступа, они названы в честь геометрических фигур. Твоя карта дает доступ только базового уровня треугольник. С ним ты далеко не уйдешь. Так, как мне тогда найти Тревора? Мы добавили на твою CD-карту пару дополнительных фишек. В частности, наш софт, который позволит провести инженерный анализ устройств доступа. Окей. Хорошо. Ладушки. Чё? И чё? Пошла, да? Ну, пошла я, получается. Что, тут ничего нельзя потрогать? А чё? Здрасте. Как ничего нельзя потрогать? Вот чуть-чуть хотя бы. Прикинь, не дается. Ну, вот так вот. Ничего, значит, сегодня не трогаем ничего. Прям вообще нигде ничего не затронул. БОСК? Боск? Если ты про художника, то Боск. Это сокращение от названия четырех частей здания. Безопасность, операции, сеть и корректировка, что бы это ни значило. Почему прошлую часть неправильно прикрыл? Ладно, сейчас надо сосредоточиться на поисках Тревора. Мне кажется, сеть как раз то место, где можно узнать его геолокацию. Ну да, ты прав. Угу. Прекрасно. Правда, где я? Всему персоналу явиться в оперативную комнату. Видимо, это что? Ты говорила, что на А сейчас работает только команда супервайзеров. Нам повезло. Похоже, управляющая сеть находится там, но это просто коридор. Без двери. Пока что туда не ходи, Ковач. Не может быть все так просто. Знаете, что я хочу сделать? Зайти.
Я хочу сюда зайти. Я знаю, он сказал не делать этого, а я хочу. Тут нужен более высокий доступ. Да-да-да-да-да-да. Прикольно. Там дальше дверь уровня Пентагон. Интересно, что за ней? Уровень Пентагон? Я думаю, за ней что-то значимое. Ковач, что ты творишь? Чика сработала. Не-не-не-не, стой, Ковач. Я должна была туда зайти, извините. Я знаю, это было глупо, но мне просто интересно было. Нет, это не то. Угу, с другой стороны. Да сюда. Да господи. Самой надоело, правда. Так, где я? Вижу за стеклом какой-то компьютер, вроде бы на нем символ ромба. Наверное, устройство, ведущее доступ, тебе надо попасть к нему. Ясно? Ясно, я бегу к нему. Ясно? Понятно, я не бегу к нему. Да? С другой стороны? Что? У меня телефон завибрировал. Помнишь, я говорила о фишках, которые мы добавили на твою карту? Так вот, это детектор датчика приближения. Он работает примерно как счетчик Гейгера. Когда ты приближаешься к датчику приближения, шкала растет. Так что будь осторожна, если увидишь, что шкала растет, лучше отойди назад. А почему? Что? Обнаружен датчик движения, это же значит, что там кто-то есть, но тут. Это камеры, типа, или что именно оно отслеживает? Этот датчик движения должен отслеживать очевидно движение. Ну а как? Звук максимально бесячий. Тихо, стоп. Черт, неужели мне обязательно лезть в вентиляцию? Похоже на то. Да нет, там кто-то ходит, нет? Но здесь я не могу смотреть телефон. Как мне уворачиваться от сенсоров? Попробуй ориентироваться на звук, Ковач. На звук. Прикольно. А в чем проблема в телефон заглянуть? Че, она не может его в руке держать? Она же как-то пригнулась. Или она ползет, или шо? Назад. 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 Капец. Я не вижу здесь ни одной камеры, странно. И не увидишь. Судя по нашим данным, в Гексагоне нет камер. Мы не знаем, почему. На ум приходит только одна причина. Что бы там ни происходило, Уолтон Медиа ни в коем случае не хочет, чтобы это записывалось. Я тоже об этом подумал. Что? Жесть какая-то. А как это работает? Что за датчики? Типа что-то в стене, в полу или где? Очевидно. Что это такое?
Ага. Если бы сейчас не открыла, а прошла, был бы прикол, конечно, да? Скажи. Был бы смех. Стоп. Спокойно, Ковач, делай все максимально вдумчиво. Ну, на двери есть таймер? Какой идиот ставит таймер на автоматическую дверь? Ну, Ковач, на каждой автоматической двери стоит таймер. Это пипец, ты гонишь. Я еще и должна это, типа, пройти со скоростью. Погнала. Все, давай, идем. О, опа, назад, идем сюда. Ага, вот сюда идем. Опа, вот сюда идем. Опа, стоп, опа. Аккуратно. Зашла. Наконец-то, я внутри. Капец. А, да, я все, типа, я внутри, конечная точка. Подожди. Давай посмотрим, что тут есть. Может быть, что-то найдем. Угу, угу. Че, ничего? А пока, блин, кушать хочется, короче. Давай. Теперь надо вручную перекинуть информацию о доступе с этого устройства на телефон. На первый взгляд все просто, но... Как мне это сделать? Тебе нужно нажимать кнопки, пока эти два символа не поменяются местами. Это правда просто. А где какие символы? А, вот эти символы. What am I doing wrong? Да, я поняла, да. А, ок. Не надо меня по... Это, блин, эта игра стебется надо мной. Не нервничай, у тебя получится. Блин, ты отстань. Ну да, туплю, и шо? Ну вот и шо? Приехали. Так, вот это здесь. Уровень доступа повышен, новый уровень ромб. Несколько часов назад удивила всех заявлением в прямом эфире, касающимся обнародованных материалов о побеге одного из участников шоу. О, честно скажу, я готова и дальше делать все, лишь бы стереть эту жуткую улыбку с лица Вивиан. В связи с самовольным распространением изображений Тревора Хилса, жители Аркадии Уолтон Медиа считают необходимым сделать следующее заявление. Мы категорически отрицаем достоверность любой обнародованной информации, касающейся обстоятельств так называемого «побега Тревора Хилса». Эта информация, целью которой очевидно является удар по репутации Уолтон Медиа, не имеет ничего общего с действительностью. Команда Уолтон Медиа и американская Аркадия приняли все меры, чтобы гарантировать физическое благополучие мистера Хилса. Завтра в 18 пройдет официальный прямой эфир, в ходе которого мы объясним, что именно произошло. В частности, вы услышите заявление самого Тревора Хилса. Благодарю вас. Что? Самого Тревора? Как она этого добьется? Сотрет ему память? О, от Вивиан можно ожидать чего угодно. Я тоже терпеть ее не могу, но надо признать, я не знаю никого хитрее и коварнее, чем она. Подожди минутку. Номер 6? Что происходит? Вот черт, народ, они внизу, надо валить. Они нас нашли, Ковач. Что? Кто? Головорезы Уолтон Медиа, разумеется, видимо, они как-то прознали. Собирайтесь живо, уходим через 5 минут. Слушай, нам надо уходить. Я свяжусь с тобой, как только мы будем в безопасности. Ладно. Найди Тревора. Вытащи его оттуда. Народ, проверьте, чтобы не осталось никаких следов. Все, дальше ты действуешь сама. Мы на тебя рассчитываем. А, прикольно. Хорош. Береги себя, да. Удачи, спасибо большое. Дальше я сама. Угу. Ок. Понятно. Дальше я иду. Иду самостоятельно. И пофиг всем на меня. Ну, конечно. А, ну... Естественно, засомневались или что? А как они их нашли? Азе.
Что-то тоже будут вот эти вот штуки чеша. Вот, блин, теперь я сама по себе. Страшно прям до устрачки. Ну, не буквально, конечно. Это, конечно, прикольно. А почему я не могу пойти вот здесь? А, потому что я здесь закрыта. Понятно. Поэтому и не могу. Окей. Давай так. О-о-о. Опа. Прыгнула. Вот, а тут у нас встреча иллюмината World and Media. Ну, погляньте, кто здесь. Здравствуйте, дорогие мои соратники по американской Аркадии. Так рада видеть вас всех. Во-первых, мы все прекрасно знаем, насколько завтрашнее мероприятие важно для будущего World and Media и американской Аркадии. Так что большое вам спасибо, я очень ценю преданность каждого из вас. Нет, это тебе спасибо, Вивиан. Жалко. Ты так добра, Кендра, я этого не заслуживаю. Кстати, я поговорила с Тревором, уверена, что рано или поздно она думается. Хотелось бы, конечно, чтобы рано. Как только он подпишет соглашение, мы отведем его в кабину корректировки, и все готово. А до тех пор давайте сохранять бодрость духа, позитивный настрой, все будет отлично. Я права или я права? Ну что ж, тогда до завтра. Не забывайте, лучшая работа — это командная работа. Ясно. Вивиан такая клевая, лучше всех. Представь лицо Майка, когда он узнает, что я говорила с ней лично. Май гад. Что это? Черт, номер 6 был прав. Не знаю, что такое кабина корректировки, но попахивает промыванием мозгов. Фу, Вивиан, правда, самая злобная тварь в мире. Надо срочно найти эту штуковину, дающую доступ, пока Тревор ничего не подписал. Мне очень не нравятся некоторые... Устройство, дающее доступ там, хорошо. Где? Вот тут? Ой, да нет! Так, это устройство работает по-другому, и что мне делать? А, вот, 3, 5, 6. 3, 5, 6, 4, понятно. А, нет, стой, верните. Ресет. Блин. О май гад. Да. Ты не можешь двигаться, ты можешь двигаться. Ты сюда, если двигаешься, то это вот как-то так. Ты сюда, ты сюда. Ты сюда. Сюда. Сюда, ты сюда, ты сюда, ты сюда, ты сюда. Сюда. Уровень доступа повышен, новый уровень Пентагон. Ого, уровень Пентагон, это, конечно, интересно. Это хорошо. Пентагон — это интересный уровень доступа, я считаю. Да? Или да? Твою налево, перехватчики. Говорю тебе, может, он выглядит на 80, но бегает так, будто за ним черти гонятся. В каком-то смысле так и есть. Всю ночь он играл с нами в прятки в этом болоте. Дэн сломал ногу, пока гонялся с этим козлом. Серьезно, блин, паршиво. Но с другой стороны, смешно. Это получается, он с ног сбился, да?
Нет, это не смешно. Вообще не смешно. Блин. Ковач, Ковач, ты слышишь меня? Номер 6, что случилось? Вам удалось добраться до безопасного места? На следующем повороте направо. Номер 4, еще нет, мы в пути, но... Кажется, мы оторвались пока что. Есть новости о Треворе? Да, только хорошим их не назвать. Ты был прав во всем. Надо спешить, действовать на опережение. Может быть, пока что только может быть пойти на отчаянный шаг. В смысле? Сейчас нет времени. Сосредоточься на том, чтобы попасть к управляющей сети Аркадии. Ой, больно, нет? Не больно? И не больно? Ну ладно. Где тут вход, блин? Вот он. Ну давай, что тут у нас? Я готова. О май гад! В коридоре полно инфракрасных лучей. Паршиво. Видишь, как их можно отключить? Тут есть какое-то устройство. Сейчас попробую. Я-то думала, что кружка со Стивом Джастом — это худшая идея в мире. Тут можно что-то потыкать? Еще можно? Ух ты, шестигранные ручки для работника Гексагона. Какая гениальная мысль. Да, genius. Just. Все? Все? Это все, куда я могу потыкаться? Ладно. Да вы издеваетесь. Устройство для отключения уровня доступа к Гексагону? Что мне делать? Больше ждать нельзя, Ковач. Запомни положение лучей и попытайся. Повторить сцену с Лазамера и 12 друзей Оушена? Ты ведь это хотел сказать? Типа того. Но без отсылок к поп-культуре. Ты гонишь? Как повторить? Как повторить? Куда повторить? Шо? Сфоткай, сфоткай. Просто у тебя телефон с собой. Сфоткай, возьми телефон, блин, сфоткать, а? Это пипец. Ладно, где вход? Вот это вход. Вход посередине внизу. Середина низ. Потом... Потом слева. Середина низ. Слева. Еще раз слева. Право-низ. Низ, слева-лево, право-низ. Как-то так. Низ, слева-лево, право-низ. Низ. Почему? Почему? А почему? Низ, слева-лево, правый-низ. В чем проблема? Это мы уже знаем. Ох, серьезно. Ну я просто... А как тут? А вверх? И как я по-твоему вверху пройду, здрасте? Извини, как я вверху пройду? Я прыгать умею? Я не умею прыгать. А, или подожди, это ближе всего туда. Это не то, я не в том порядке смотрела, да? Да, я не в том порядке смотрела. Это ко мне. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Господи. Тогда получается левый низ. Левый низ. Как оно вообще работает? Подожди, оно перевернуто или что? Нет, я не понимаю, правда. Подожди, включи. Я очень сильно сейчас не понимаю прикола. Скажи. Нет, это туда, все правильно, это туда. Раз, два, три, четыре. Четыре. Четыре полоска внизу. Раз, два. Раз, два, три.
4. Вот это первое. Первое с той стороны. Значит, мне нужно четвертое. Вот это четвертое. Да? Или нет? Или да? Ну да, вот это четвертое. Четвертое, значит, право. Левый низ. И право. Левый низ. Право. Середина низ. Право, левый низ. Право забыла. Ладно, не забыла. Сейчас еще раз чекну на секундочку. Дай. Зачем ты закрываешь? И раз, два, три, четыре. Право. Левый низ. Право. Середина. Право, левый низ, право, середина низ. Окей, право. Если оно, если я правильно поняла. Право. На всякий случай присяжу. Право. Ого. Левый низ. Право. Я на всякий случай присаживаюсь. Середина низ. Получилось! Отлично. Ты находишься в управляющей сети Аркадии. Все главные системы города завязаны на эти сервера. Я бы с радостью включила тут все, если бы знала как. Я тоже. Поскольку мы этого не знаем, давай используем, чтобы найти Тревора. Хорош, блин, ничего себе, слушай. Это было хорошо. Это было неплохо. Я думаю, что давай, наверное, на этом закончим. Ну, реально, надеюсь, оно сохранилось на этой контрольной точке, потому что иначе обидно будет. Спасибо вам, Финчер, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, так что ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.